Аветис в переводе с армянского значит «благая весть». Но в семью аветисян эта благая весть пришла не сразу. Екатерина всегда мечтала о детях. В молодости участь в Ереванской консерватории получила облучение. Рядом находилась атомная станция. Начались проблемы со здоровьем, а врачи твердили: о детях с вашим диагнозом вы можете и не мечтать. Меня Господь к себе призвал. Так получилось, что я нашла врача, который меня должен был лечить. А врач очень дорогой. И я искала себе работу. И вдруг моя подружка, моя однокурсница, увидела меня, так обрадовалась, говорит: ты знаешь, я ухожу на государственную работу, только ты никому не говори, я работаю в храме. Я работаю в храме, а настоятель сказал, что если ты уходишь, только на свое место замену ищи. Так Екатерина и попала в храм. Она не была крещенной, да и не посещала богослужения. Но петь на клиросе в церкви ей нравилось. Через 4 месяца настоятель храма предложил Екатерине стать регентом и рекомендовал покреститься. Я пришла просто, чтобы заработать деньги. Вот, ну, как есть, так и есть, я говорю. А потом уже, когда я крестилась, знаете, после крещения мне, во-первых, приснился сон. Ну, просто меня кто-то взял за руку и повел. Я просто вот шла вот за этой рукой, как вот, вот как магнит. И после этого, после крещения, после этого сна, я почувствовала, что у меня в жизни что-то начало меняться. Однажды певчий сказал Екатерине: подходи к иконе Божьей Матери и проси то, что хочешь. Господь обязательно тебе поможет. Ну, а что я хочу? Я хочу детей. Я больше ничего не хочу. Хочу очень детей, потому что, ну, а как вот женщине жить в детей? Настал такой момент, когда отец Семен, он сказал: ну, ладно, не будет детей, не надо. Мы возьмем из детдома. Я говорю: хорошо. Вот как-то мы, знаете, вот оба так смирились. Со смирением пришла и молитва. Екатерина просила Божью Матерь о детях, но время шло, а долгожданного чуда так и не случалось. Тогда женщина дала обет Богородице, что примет всех детей, которые придут в ее жизнь. И когда стали рождаться один с другим, я как-то так, ну, я ждала слова, и мне сколько вот многие говорили: пожалей себя, пожалей себя. Нет, я дала слово. Ты всем существом своим доверяешь Богу. Я думаю, что в этот момент матушка Екатерина как раз сказала слова, которые исходили из ее сердца. Вот она всем своим существом была готова сказать Богу: Господи, я твоя раба. Пошли мне ребенка, я сделаю то-то и то-то. И пусть будет воля твоя. Я не знаю, матушка говорила эти слова, но я думаю, что и эти слова в таком порыве ты говоришь Богу. В 1983 году у матушки Екатерины и отца Симеона родилась дочка. Ее назвали Анной. Затем появилась на свет еще одна девочка. В итоге Господь послал супругам 9 детей. Я четвертая. У нас 6 девочек, 3 брата. Порядок такой: 2 девочки-мальчик, 2 девочки-мальчик и 2 девочки-мальчик. Вот так получилось. Мы все музыканты, уже профессиональные. Занимались музыкой с детства профессионально, то есть поступали в музыкальную школу, в училище, в академию. А еще Екатерина с супругом создали музыкальный коллектив «Благая весть», в котором выступают их дети. Они поют на богослужениях и выступают на концертах. Очень сильно хорошо помогаем в музыкальном плане. Но главное, что качество было и есть. Собственно, очень серьезно к этому относится. Чистота, интонации, отношения, музыкальность и сценическое какое-то мастерство. То есть не просто ты поешь и для себя, а для других. Но удивительно, что этот обет, можно сказать, трансформировался на всю жизнь Екатерины. Ведь у нее множество учеников, и к каждому она относится как к своему ребенку.
Сегодня Екатерина работает в музыкальной школе, руководит хором, а семейный коллектив «Благая весть» периодически выступает на концертах. Как архангел Гавриил возвестил Деве Марии о рождении Христа, так и Богородица принесла благую весть супругам Аветисян. И сегодня 9 детей в замечательной семье, как еще одно подтверждение того, что чудеса случаются, если искренне в них верить. Благая весть совершается в жизни каждого человека. И эту благую весть Господь принес в семью Аветисян, разрешив матушку и дав семье Чите Аветисяна, Су Симеону с матушкой аж 9 детей. Чем доказал, что он здесь, он с нами, что он любит и семью Аветисян, и каждого человека, и каждого из нас. И он совершает среди нас чудеса. Светлана Черненко, Максим Фоменко и Андрей Звягинцев. Телеканал «Спас».